прошла в Новосибирском госуниверситете 10 лет назад и задумывалась как развлекательное мероприятие для студентов. Тогда в ней участвовали 150 человек, а в этом году уже больше 50 тысяч. Среди них сотрудники российской антарктической экспедиции и, кстати, член экипажа экспедиции на МКС Олег Артемьев. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 35 рублей 62 копейки, евро 49.50. Продолжается праздничный эфир первой смены, посвященный Дню космонавтики. Всем отличного настроения, счастливого.